В ходе патрулирования инспекторы полка ДПС выявили грубое нарушение правил дорожного движения. В центральном районе на улице Конституции был остановлен автомобиль Volkswagen, который ехал с включенными проблесковыми маячками с сиреной. В ходе проверки выяснилось, что внедорожником управлял 20-летний житель Адыгеи. Однако водительских прав при себе у юноши не оказалось. Молодой человек пояснил полицейским, что взял автомобиль у отца покататься. В отношении нарушителя составлен протокол за использование световых и звуковых спецсигналов, установленных без разрешения. Наказание по данной статье предусматривает штраф до 5000 рублей с конфискацией устройства подачи спецсигналов и лишение права управления транспортным средством.